Итак, привет, дружище! Сегодня реально необычный день, необычное видео, необычный роллинг. Вы мне можете сказать, что «Князь, ты так постоянно говоришь!» Нет, на этот раз уж точно! Просто вот смотрите сейчас на картинку, смотрите сейчас на аккаунт, смотрите сейчас на имя аккаунта, друзья. Посмотрите внимательно на имя аккаунта и в комментариях честно возьмите, напишите. А вы помните или нет? Вы знаете, что на этом аккаунте раньше происходило или нет? Вот олдфаги канала есть, друзья, или нет? Вот по-честному сейчас, знаете или не знаете? Перед тем, как дальше видео смотреть, поставьте на паузу и напишите в комментариях. А я вам уже расскажу, что же на самом деле тут происходило. Я сейчас нахожусь на аккаунте игрока под ником «Не везет». Вот реально, вот такой вот ник «Не везет», но это, ребят, счастливый аккаунт. Хоть вы не видите здесь супер новых крутых героев, вы не видите здесь большой силы, здесь всего лишь 83 тысячи. Но это везучий аккаунт, несмотря на то, какой здесь ник. Дело в том, что на этом аккаунте ролил только я. Больше здесь никто никогда не ролил. И год назад, или сколько времени, может быть даже полтора года назад, хозяин данного аккаунта предоставил мне все это дело в руки, чтобы я записал видео. Он там с самого начала, жизни аккаунта ни разу не ролил, копил самоцветы и предоставил мне на роллинг. Там было около 60 тысяч самоцветов. И я ему выбил на тот момент невероятное количество крутых героев. И это видео с роллингом на этом аккаунте является самым популярным видосом на моем канале, друзья. Смотрите. Оп. Переходим. Включаем вот так вот. Смотри, если зайти в видосы и выставить, упорядочить по популярности, то вот как раз совсем недавно роллинг на данном аккаунте набрал 300 тысяч просмотров. Смотрите, записан он ровно год назад. А кому интересно, легко данное видео найти. Вы можете посмотреть, чем игра жила год назад, и посмотреть реально такой душевный, хороший роллинг. Посмотреть, кого я там выбил, посмотреть всю эту интересную историю. 13 тысяч лайков, 300 тысяч просмотров. Это рекордсмен. Рекордсмен моего канала, друзья. И до сих пор это видео смотрит. Вот. Конечно, вряд ли в сегодняшнем видео будет такой результат, но оно реально интересное, особенно для тех, кто смотрел вот этот вот предыдущий видос. Так что давайте, вот кто не видел, после сегодняшнего видео зайдите, посмотрите, что да как оно было. И я вам расскажу историю. История заключается в том, что, как бы вам объяснить, после моего удачного роллинга хозяина аккаунта забрали в армию на год, и он, соответственно, не мог играть в битву замков. Сейчас он вернулся, какое-то время играет, накопил 35 тысяч самоцветов. Из прошлой гильдии то ли его исключили, то ли она перестала существовать. Он стал лидером новой гильдии. Пока что здесь информации мало, но вы, ребятушки, если у вас 80 тысяч силы как минимум есть, можете взять и вступить сюда. И все у вас будет хорошо со временем, когда ребята стерки накопят, поставят какое-то крутое новое название. Так что, ребят, вступаем. И да, сегодня будем ролить, сегодня будут у нас ништяки, посмотрим, что из этого получится. Героев тут надо целая куча, посмотрите. То есть, ну, все, это старый аккаунт, здесь нету ничего крутого. И будем пытаться выбить. У меня прям такой мандраж, потому что, ну, это история игры, это история канала моего, в частности. Будем надеяться, что повезет так же, как и в прошлый раз. Я какую-нибудь соответствующую заставку сделаю, название какое-то соответствующее. Понимаете, а последний раз, когда ролили на этом аккаунте, игра была совершенно другой. А я уже молчу про анимацию. Понимаете? Год назад последний раз на нем ролили. Вот да, вот так вот получилось, что человека забрали в армию. И все, аккаунт особо сильно не развивался. И новых героев каких-то нету. Но ничего, будем надеяться, что все будет хорошо. Мы сегодня хотя бы одного какого-то редкого, хорошего героя выбьем.
Я не хочу, чтобы в сегодняшнем видео, скажем так, имя данного аккаунта оправдалось. Надо наоборот, чтобы переименоваться там. Везет. Где герои-то, а? Рыцарь, сволочь, выпал. Где герои? Ну, реально, это, знаете, такой вот... Блин, ну, я не знаю, как он сейчас играет, это реально сложно. Череп выпал, ну, одержимый. Ну, вот что здесь, теперь будут падать прошлогодние герои? Вот сердцеедка, королева гарпий, профессор Риббит, но... Хотя на этом аккаунте, конечно, профессор Риббит поможет, но хотелось бы что-то более стоящее, понимаете? Хотелось бы что-то более стоящее. Не знаю даже тут кого прокачивать. Наверное, стрелок вряд ли, да, на максимуме. Давайте тогда все в стрелка долбанем. Для меня сегодня приятный роллинг, несмотря на то, сколько он наберет просмотров, сколько он наберет лайков. В любом случае, это, ребятушки, классно. Классно. И да, несмотря на то, что у нас сегодня душевный выпуск, я напоминаю вам, что вы можете поддержать канал, скачав пару игрушек по ссылкам в описании. Warlords и Warlords and Magic, скачаете, установите, зайдете, мне может быть за ваше скачивание целый доллар вот начислит. А если вы скачаете две игры, целых $2. Вот, куплю сегодняшнему. К сегодня... Опа-па! Да! Сука! Ха-ха! Блин. Просто замечательно, друзья, просто замечательно. Уже этот роллинг прошел не зря, и Фрея конкретно поможет. Это понимаете, это идеальнейший герой, который сегодня мог бы выпасть для помощи развитию данного аккаунта, друзья. Понимаете, вот, ну, другого не дано. Ну, еще Анубис там, да, хорошо, ладно, там Феникс, но Фрея, сами понимаете, никто, наверное, с этим спорить не будет. Давай дальше. Давай дальше, дружище. Ниндзя. То есть, понимаешь, уже выпало Фрея, уже хорошо. Уже хорошо, друзья. Уже замечательно. Я уже рад и уже понимаю, что, блин, все у нас... Все у нас выходит даже лучше, чем мы ожидали. Даже лучше, чем мы ожидали. Мы возьмем даже сейчас эту фреечку-то откроем. У нас ништяков, ребятушки, куча. Это все очень-очень хорошо, и я невероятно рад. Я невероятно рад. Открываем Фрею. Фрея появляется на аккаунте под ником «Не везет». «Не везет». Так. Блин, я уже думал третий, понимаете? Так, улучшить навык, предметы. Давай, все спускаем сюда. Все просто подчистую спукаем, друзья. Спукаем все подчистую. Давай, замечательно. Продолжаем роллинг. У нас еще 18 тысяч самов. Еще целая куча ништяков. Оттуда, может, какой-то талант упадет для Фреи. Но это все в конце видео. Давай еще что-нибудь. Рандомчик. Лол, это жестко. Вторая Фрея. Мог бы выпасть, конечно, Феникс вместо Фреи, но тем не менее, почему бы и не да, друзья мои? Почему бы и не да? Давай дальше. Рыцарь тьмы, но он здесь не понадобится. Седна! Да! Да, ребятушки! Замечательно. Я невероятно рад. Это классно. Это классно. Вот просто от души. Давай. Год не ролили на этом аккаунте. Меня чувства, ребят, переполняют. Меня чувства переполняют. Но да, не забываем про то, что я меркантильная скотина. И если вы скачаете две игрушки по ссылке в описании, то я получу $2. Ребят, в этом видео смешалась душевность и меркантильность. Ладненько, давай. Нужно экономно. Седну откроем, да, ребят? Откроем же Седну, посмотрим, что там. Ну, это... Ну, можно, да, и профессора Риббита тоже открыть заодно тогда. Седна приходит на аккаунт. Профессор Риббит приходит на аккаунт. Ну, это очень круто.
Это очень круто, друзья. Это очень круто. Фух. Ну. А, я думал, может, там с пятой огненькой выпал, но нет. Выпала. Выпала. Давайте так. Выпала. Ну, реально. Какая-то невероятная история. Да, на этом аккаунте, кроме меня, никто не ролил. Но если не считать там каких-нибудь бесплаток и квестов. И аккаунт был заброшен из-за армии. И вот я тут через год второй раз... О, Валентина, но как бы такое себе. Я через год тут второй раз появляюсь. И что-то даже получается выбить. Гаргул уже есть. Вот, ворожея бы. Вот, мы забыли. Тут же вообще ничего нету. Ворожея бы сюда. Я не знаю, может и укротитель тут нужен был, но как бы плевать. Мы смотрим сейчас на таких редких must-have героев, да? Давай, 6000 самов. Не знаю, повезет еще, не повезет, но уже, понимаете, за 30 тысяч самоцветов уже и так очень хорошо повезло. Но если бы еще там ворожей какой-нибудь, это было бы идеально. По-другому бы это и не назвать, ребят. Это было бы идеально. Давай, продолжаем. Окей. Ну-ка, палач, палач, палач. Серьезно, сколько палачей подряд выпало? Афиночка! Ну да, не супер must-have. Это не то, что нужно сейчас этому аккаунту. Это никакой не ворожей. И даже не трифит. Но Афина, Афина здесь тоже поможет. С чем мы поздравляем. Ребят, ну... Я, понимаете, роллинг этот назову точно так же, как и прошлый. Точно так же, как и прошлое я назову. Так, Афину мы откроем. Дракос, ну такое. Давай там, что там? Все? А, ладно. Хорошо, сейчас будем ништячки открывать и ролить тогда таланты. Тут коробочки тут всякие есть. Афиночку, правда, откроем перед этим. Я, если честно, в шоке. Ну давай Фрею вторую откроем. Одну он будет использовать для эволюции, у него все равно места есть, еще неизвестно, когда он их заполнит, а вдруг там реально сейчас порочный пакт на ней. Это, конечно же, невероятно будет, но тем не менее, нет, все хурма. Так, пошли ништяки открывать, прокачиваем, можем Афину взять немножко прокачать. Но это просто, я очень рад, друзья, я очень рад. Я очень рад. Я даже вас не буду просить лайки ставить, там, делиться видосом. Вы сами знаете, что нужно сделать. Я даже не буду просить вас подписаться. Потому что и так уже, наверное, на меня все подписаны. Кто следит за битвой замков. Хорошо, ребятушки. Берем, идем, открываем ништяки. Их тут много. Ваши подарки. Ну, тут с этих... А слушай, Атриант у него был? Атриант тут вообще был? Может, мы сейчас и Трианта недостающего выбили? Потому что год назад я... А, был, конечно, Триант. Все. Я уже такой, о, я классный парень. Карта Друида. Это блатная, которая. Видите, когда-то такие вот... Такие карточки Друида получали. Ну, специальную карту героя не будем открывать. Не знаю, хочет хозяин их открывать, не хочет. Смертельный удар сет 5 уровня. Это неинтересно. Давай здесь что-нибудь откроем. Окей. Так, удачный сундук. Ну, тут будет реальная удача, если выпадет, скажем так, пятая коробка. Но это вряд ли. Вот и не выпало. Сундук гильдии, сундук лабиринта. Ну, давай тоже откроем. И сундук форта. 23 штуки. Будем надеяться на коробку таланта 5 уровня. Халявную. Но нет, она не упала. Но, в принципе, и так есть, что и как там паролить. Может быть, возьмет, повезет хоть одному герою какой-нибудь более-менее хороший талант поставить. Поменять, выберите предмет. Есть одна коробка, давай открываем. Да, везет, к сожалению, не во всем. Ну, давай на первое время. И у нас тут, давай 5 карт откроем. Берсеркер. Так, ну, я одну карточку оставлю для квеста. Я думаю, что вот теперь на этом все. Кому понравился данный роллинг, у кого, знаете, такая ностальгия была навеяна,
Не забудьте поставить лайк, там, подписаться, все дела сделать. Еще раз поздравляю игрока под ником Не Везет. Ему сегодня все-таки тоже повезло, как и год назад. Я пересмотрю старое видео и сравню, скажем так, момент везения. Где его было больше, где его было меньше. А вы пишите в комментариях, что об этом думаете. Пока, дружище.